Более 70 лет назад начал свою работу кардиологический санаторный центр Переделкино. Наш центр расположен в живописном историческом месте на территории Мещерского парка площадью 490 гектаров. Смешанный лес и чистый воздух окажут благотворное воздействие на ваше физическое и психологическое состояние. Мы в санатории Переделкино занимаемся профилактикой, диагностикой и лечением сердечно-сосудистых заболеваний, неврологии и эндокринологии, а также проводим реабилитацию после COVID-19. Центр рассчитан на 200 мест и представляет собой два четырехэтажных здания с лифтами. Для гостей санатория доступны крытый плавательный бассейн, сауна, столовая и детская игровая комната, киноконцертный зал. Корпусы соединены теплым переходом, в котором располагается зимний сад с тропическими растениями и певчими птицами. Помимо лечения, мы предлагаем разнообразный досуг, удобные номера, оборудованные всем необходимым. У нас соблюдаются все меры по профилактике распространения вируса COVID-19. Санаторий Переделкино. С сердечной заботой о каждом госте.